Ну что, всех привет, народ, и в данном видеоролике я вам расскажу, как придумать свой никнейм Stand of 2. Я думаю, что это сейчас одна из популярных тем в Stand of 2, поскольку количество игроков в нашей игре постоянно растет. Я расскажу вам о всех способах придумать свой никнейм, которыми лично сам пользовался. Ну а перед началом этого видеоролика хочу по традиции порекомендовать вам свой телеграм-канал, туда я выпускаю новости о выходе новых видеороликов. Также, если это видео по дизайну, то я публикую туда все материалы. Ссылочка есть в описании. Ну и один из первых способов — это сочетание первых трех букв имени и фамилии. Да, это один из популярнейших способов, которым пользовался Мармок, к примеру. Если у вас в сочетании эти всего 6 букв дают хоть какое-то звучание, то это идеальный вариант для вас. Второй способ — это аббревиатура вашего имени. Покажу наглядно на примере. Например, если ваше имя Слава, то в принципе можно использовать вот эти три буквы SLV, и уже есть крутое звучание вашего никнейма. Да, некоторые киберспортсмены используют такую хитрость. Ну и третий способ, один из самых тоже популярнейших, это использование названия каких-либо городов. Я знаю, вы встречались с таким спортсменом, как Лондон, он как раз таки и использовал этот способ. Ну или, к примеру, Торонто, Вашингтон и так далее. Четвертый способ — это использование какой-либо иностранной фамилии. Лично я использовал данный способ для названия своего канала. В финском языке существует такая фамилия Кемпани, но я ее сократил до минимума и получилось Кемпи. Думаю, тут все логично и понятно. Ну и пятый заключительный способ – это использование каких-либо иностранных слов. Вы можете просто загуглить и найти красивые слова на английском языке. Ну и самое главное, чтобы это не был какой-либо каламбур и тоже хоть как-то звучало на русском языке. А то я знаю, бывают какие-то бессмысленные сочетания двух слов. Ну что, народ, это были все способы, надеюсь, я вам хоть чем-то помог. Если это так, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Все мои соцсети в описании, а мы увидимся в следующих видеороликах. До скорого!